После затирки необходимо своевременно удалить излишки затирочной смеси с облицовочной поверхности. Через 10-20 минут после затирки швов, когда затирочная смесь потеряет пластичность и станет матовой, можно приступить к более тщательной очистке влажной губкой и водой. По истечении 2 дней, необходимых для высыхания, можно начать удалять остатки сухой затирки. Смочите пол водой, чтобы затирка была защищена. Рекомендуется использовать кислотные моющие средства, разведенные в горячей воде. По истечении нескольких минут кислотное моющее средство необходимо полностью удалить путем обильного промывания поверхности водой, так чтобы на полу не оставалось каких-либо остатков или капель. Для обычной и эффективной повседневной очистки поверхностей из керамогранита рекомендуется применять нейтральные моющие средства и избегать использования воска, мыла на масляной основе и пропитывающих веществ. В случае особенно стойких пятен, которые не выводятся при обычной очистке, рекомендуется использовать специальные моющие средства. При этом следует действовать осторожно и тщательно соблюдать инструкции производителей. После удаления пятна пол необходимо промыть и вытереть насухо. Моющие средства, специально предназначенные для керамогранита, полностью удаляют пятна, не повреждая материал и его отделку. Важно всегда предварительно проверить действие моющих средств на малозаметном участке, в особенности, если речь идет о полуполированном или шлифованном керамограните.